Забор здесь появился в 2002 году. Тогда участок был безвозмездно выделен компанией «Арсик Сервис» под строительство торгово-административного комплекса. Прошло 13 лет. Строительство так и не началось. А солидный участок земли в центре города по-прежнему обнесен забором. Горожан, особенно живущих неподалеку, это начало всерьез беспокоить. Для ночевки это место облюбовали бездомные. За забор часто скидывают мусор, да и сам он мешает. Ну, он работает. Он света не видел. Заборы 10 лет взяты, сижу уже. Так 10 лет почем мы сидим. Члены инициативной группы поставили ряд вопросов. Во-первых, за забором оказалась не только территория, выделенная администрацией города компании «Арсик Сервис», но и часть городской территории, которая к инвестору не имеет никакого отношения. Во-вторых, общественников беспокоит высота будущего здания и его назначение. Сегодня уже известно, что это будет высотное здание, фактически с апартаментами, что означает квартира. То есть это помимо торговых площадей, помимо каких-то офисов, еще будут и жилые квартиры. То есть высотность будет порядка 16 этажей. Жители Галиковки хотели бы видеть на этом месте благоустроенный сквер. Даже уже придумали скверу название – 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Если потребуется привлечение жителей для проведение субботников. Все готовы выходить. И наш дом, и 29-й дом, который рядом находится. Для того, чтобы на этом месте действительно появился сквер, в первую очередь нужно расторгнуть договор аренды с инвестором. С просьбой помочь в этом активисты и обратились в Петросовет. Мы в ближайшее время подготовим документацию, запросы к администрации города Петрозаводска, запросы в прокуратуру, поговорим с земельщиками и все-таки будем выходить на диалог именно с общественностью. До того, как обратиться в Петросовет, горожане уже направляли официальные письма в администрацию, но ответа на них не получили. Потом обращались к мэру города лично в ходе одного из ее отчетов перед населением. И тогда прямого ответа градоначальник не дала. Что в итоге будет на этом месте, пока не ясно.